получилось. Ох, Антонский. Уже. Мы уже снимаем снова. Да. Вот. А вот мы вышли к побережью реки. Вот мост. Вот этот зеленый, это старый мост, и он стоит на временных опорах. Куда, как я ранее сказал, он был сдвинут с постоянных опор, которые находились южнее. Он был сдвинут севернее, чтобы старые опоры можно было снести и построить вот эти вот новые бетонные опоры, которые вы там можете сзади видеть. Кроме того, что интересно, так это то, что вот у этой центральной бетонной опоры, у нее с обеих сторон видны такие торчащие уголки и туда, и сюда. А вот там виднеется оранжевая... Что ты показываешь? На какие уголки торчат? Ну вот, прям по центральной опоре. Ты видишь у нее снизу такие? Ну давай отойдем сюда. Вон у нее. Вон у нее. Туда тынц и туда тынц. Не понял. Ты не видишь? Ты видишь, что она вниз как стрелка выглядит? Да. Но она вверх как стрелка выглядит. Нет, она выглядит вниз как стрелка, потому что там у нее сюда направлена бетонная опора, вон, незаконченная, с торчащей арматурой. А там туда... Надья, ты не понимаешь? Нет. Вот это место. Ты видишь, сюда торчит, а там туда торчит. Лесенка? Да не лесенка, а бетонная, направленная под углом хуёвина.